Приветствую всех во второй части, и давайте смотреть палеточки теней. Слушайте, сейчас я как-то повернула руку, и он отлил сиреневым даже, это фиолетовым. Вот, смотрите. Через камеру вижу фиолетовый. Нет, ну да, вот именно вот такой вот цвет был. Мне показалось почему-то, что он синий. Через камеру я смотрю какой-то зелено-фиолетовый, а поверх камеры зелено-серый. Интересный карандаш. Так, на Валберес. Я заказала две палеточки теней от Essence. Все-таки я решила их взять. Это четвертая палетка. У меня есть синяя, зеленая, фиолетовая, и все-таки я решила вот эту вот бронзовую взять. Стоила она 250 рублей. Essence сейчас пропадает. Уже из продажи в магазинах нету. На Валбересе, наверное, еще остатки. А на Озоне? На Озоне все есть. Но там цена вот этих вот палеток, например, вот такая палетка стоит 1000 рублей. Большие палетки, там есть и новинки, ты по 3,5. Ну, я так понимаю, там уже доставка, наверное, идет из-за границы, раз такая цена, поэтому как бы эта косметика теперь мне, по крайней мере, в таких ценах недоступна. Да я и не буду никогда в жизни покупать палетку от Essence за 3,5 тысячи. Извините, можно и люкс купить, да? Ну, в общем, напоследок я туда решила взять то, чего у меня нету. И уже, наверное, на этом успокоиться. И будем пользоваться теми тенями, которые есть. Раз ничего путнего уже нету на рынке. В общем, взяла все-таки эту бронзовую палетку. Думаю, пускай она у меня уже будет до кучи. Смотрела на нее, смотрела. Решила, что все равно красивая. Так, я их еще не распечатывала. Все равно красивые оттенки, качество мне теней нравится у Essence. Поэтому за такую цену уже возьму и успокоюсь. Так, давайте матовые сначала. Хорошая пигментация. Смотрите, вообще. Супер. Так. Салфетки. Сейчас распечатаем. Чтобы руку вытирать сразу. Долго я ей сопротивлялась, этой палетке, но все-таки решила взять. Так, и вот эти вот такие салфетки свежие, прям аж пенятся. Очень тоже красивые оттенки. Вот этот вот меня больше всего интересует. Ну, у меня, конечно, есть похожие в палетках. Ну и ладно. Очень красивая палеточка. Думаю, буду ей пользоваться с не меньшим удовольствием, чем и ее собратьями, так скажем. Их можно даже все 4 брать в использовании. И, пожалуйста, тебе все оттенки, какие только хочешь. Так, и вот эта вот палеточка у меня есть. Вторая из этой серии. Вернее, первую, которую я купила, была Don't Worry. В коричневых таких тонах. И я все-таки решила прикупить Don't Stop. Уже в розовых тонах. Ну, тоже поначалу думала, что не буду обе брать, потому что вроде как у меня есть такие оттенки. Но потом подумала и решила тоже взять. Думаю, потом-то уже вообще в продаже их не будет. Эта палетка стоила дороже, кстати, чем предыдущая. Она стоила 350 где-то рублей. Так, сейчас распакую. Эти палетки две я взяла, можно сказать, до кучи. Чтобы не было мучительно больно, когда их уже не будет.
Буду вот потом девчонки будут показывать в косметичках, а я буду жалеть, что я не купила. Вот этот очень красивый оттенок. Тоже матовые очень хорошие. И блестяшечки. Классные вообще палетки. Вот эти вот компактные. Можно тоже взять с собой в отпуск куда-то. Немножко вот она рассыпанная у меня была. Ну, в целом. Ой, вот этот, наверное, вообще красота. Да, это такое розовое золото. Красотища. Да, классно. Я не жалею, что я их взяла. Вот эта палетка на Озон теперь стоит 1000 рублей. Это, конечно, вообще трэш. Ну и вишенка на торте. Но это, конечно, не новинка. Тоже смотрю вот канал Елены Прекрасную, где и завидую ей каждый раз по белой завистью, что у нас нет магазина подружки, что она скупила там все палетки уже по каким-то вообще просто бешено низким ценам. И я вот увидела, ну, когда я увидела в Парфюм Лидере, что убрали стенды Catrice и Essence, ну, у нас там сроду никаких корзин нету скидочных, а просто стояла такая вот стоечка небольшая. И я потом увидела, ну там такое вот все задрипанное, пошарпанное было. И потом на нижней полке я увидела сначала палетку с Лондоном, но я не стала ее брать. Там как-то не мои оттенки. А потом увидела вот эту вот палетку, схватила, побежала на кассу, говорю, девчонки, сколько стоит? Они говорят, 300 рублей. Я думаю, ну как же мне не взять? Я так о ней мечтала. Вот когда я и обнаружила как раз, ну, на Озоне я смотрела, есть или нет эти палетки. Вот там они как раз по 3500. Ну, конечно, за такую цену я в жизни брать не буду. Я хотела какую-нибудь палеточку из вот этой вот серии. Мне они, в принципе, все нравятся. И с далматинцами, там, и с олененком. Ну, была только вот такая. И они были вот что в Лондон, что это без упаковки. Ну, как бы так, целенькие. Тестер лежал отдельно, просто рефилы. Когда я ее открыла, я вообще просто обалдела тоже от такой красоты. Так, сейчас принесу зеркало закрыть и посмотрим. Свотчи я еще не распечатывала, сама не смотрела. Сейчас буду охать и ахать вместе с вами. Особенно меня интересует вот этот вот оттенок. Ой, это все такое красивое. И желтенькие тени. Конечно, большие такие рефилы. Ни к чему. Ну, ладно. Не так, я так прикинула, у меня, конечно, теней, наверное, хватит лет на 30. Я не знаю, получится ли у меня заснять коллекцию косметики, как я обещала, потому что у нас вот горе в семье произошло. И сейчас вообще много дел появилось, дача появилась, поэтому редко дома бываю даже. Сегодня вот думала, надо хоть покупки отснять. Ой, какая красота. Суховаты некоторые. Вот этот вот и вот этот вот. Надо, наверное, наслаивать будет. Ну, ладно. Поэтому уже 5 дней отпуска прошло, а я еще... У меня еще, как говорится, конь не валялся, поэтому... Так, как я их тут набирала-то? Не запутаться бы. А ну-ка. О! Умереть не встать. Ух ты, какой синий красивый. Так, ладно. Этот хороший, мягкий. Ну, вот этот, конечно, сыпучий такой. Ну, неплохо. Неплохо. У Essence тоже разного качества бывают тени. Почему-то вот в этих вот маленьких палетках получше качество, чем в больших. Ну, все-таки
имеет место быть. Желтенький тоже интересный. Меловой такой. Хотя вот суховатый. Но набирается хорошо, смотрите. Красивая все равно гамма и блестяшечки. Но вот этот, конечно, очень красивый. Так, пока солнце на эту сторону дома не подошло. Еще можно что-то снимать, не знаю. Сегодня еще постараюсь что-нибудь заснять, какой-нибудь ролик, хотя бы пустые баночки. Потому что уже скоро муж с работы придет. И уже другие дела начнутся. Ну, вот такие вот у меня были покупки. Я вообще прям, я 2 дня счастливая ходила, что мне удалось хоть одну палетку вот эту вот урвать. Вообще радости полные штаны. Хотя бы, что хотя бы одна у меня есть. Эти, конечно, тоже очень классные. Ладно, буду всем с удовольствием пользоваться и наслаждаться, как говорится, красотой. Всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч на моем канале. Всем пока!